Я не понимаю, у него, блядь, какой-то волшебный пузырь над ним или что-то, который его вот так вот нахуй из дома выдавливает, как только начинает что-то страшное. Вот знаешь, как вот это мыло, какой-то вот мыльный пузырь такой, даже если вот протягивать его в какую-то дырку, он же надувается и высходит. Вот Дангар так же, он просто, он как сок, он, блядь, просачивается, его просто он смола, блядь. Он впитывается, короче, в эти, в полы, в половицы, в стены, блядь. Он как раствор, он как цемент. Понимаешь, он как вода. Он как вода без лежачего камня. Он течет, его нет. Понимаешь, как желе. Он вот как вот, знаешь, вот если взять варенье и хлеб, вот белый хлеб есть, который не прям такой из плотной муки, а вот есть белый хлеб, которого такие от дрожжей остаются пузырики внутри. Вот мимо них, короче, протекает постоянно варенье. Понимаешь, ты намазываешь варенье, например, и если варенье жидкое, то оно просачивается. Ты вот так вот, знаешь, на тарелочку кладешь хлебушек, на него намазываешь варенье, потом вот так булку, блядь, с тарелки берешь, а там Дангар уже, сука, протек, понимаешь, просочился сквозь булку Дангар уже, и ты ебаный в рот, блядь, опять все руки грязные. Ну что нахуй за хуйня вот это, объясните мне, пожалуйста. Почему, блядь, он опять был в фургоне? Я нахуй не понимаю. Вот он, блядь, просочился, все, нет его нахуй. Ему, блядь, закрытые двери вообще не преграда. Он нахуй, вот он прям. Все, нет его, понимаешь? Пацаны, испанцы, атака, дверь закрыта. Все, Дангар на улице, нахуй. Все понятно.